Спокойной ночи, друг мой. Могу похвастаться тем, что вечер прошел впустую, да и весь день. В общем, по большому счету тоже. Потому что, вот, видишь, лампа моргает, видишь, сейчас. Сейчас увидишь. О, видал? Очень замечательная деталь. Кстати, опять уже светает. В общем, день прошел во встречах, а мне сейчас это совершенно не нужно. Мне нужно было быть с камерой. В итоге я нифига не снимал, но зато получил уйму впечатлений, которые, я думаю, что завтра, если все пойдет как надо по плану, то я обо всем этом сообщу. Впечатлений уйма, и день сегодня был, конечно, тяжелый, и, ну, все, как я уже говорил, что если я перестану проводить время впустую, перестану, как говорится, вот, просто сел и ничего часами, то тогда можно, в принципе, достаточно достойно вырулить из всей этой, в общем, крайне скользкой жизненной, в общем, ситуации, скажем так, да. Что я под этим подразумеваю? Саму жизнь. Все ускользает, все нестабильно, как ты понимаешь. Нужно со всеми успеть пообщаться, нужно успеть жить, нужно ладить с женщиной, нужно заниматься своим творчеством, хотя я с этого слова не люблю. Все это нужно. И, конечно, ни минуты свободной нет. Ну, ладно, в общем, завтра все это сообщу. Ну, кратко. Старые улицы. Как говорится, настоящие владельцы, которые все уже на том свете. Семья с детьми, что тоже наполнило меня печалью. Ну, имеется в виду моя сестра двоюродная и ее двое детей. Там всяких много нюансов, о чем я, в общем, расскажу завтра. Так что вот просто такой анонс, уж какой он бы ни был, но я должен его сейчас запилить. Все, спокойной ночи.